имени Родины 12 раз салютовала героям сибиряка. Личный состав награжден медалями за освобождение Варшавы и за взятие Берлина. 19 кавалеристов удостоены звания Героя Советского Союза. В нашем параде участвуют кавалеристы, спортсмены отделения конного спорта краевой детско-юношеской спортивной школы управления образования Алтайского края. Какое дивное творение тобою создано природа! Какое может быть сравнение с животными другого рода? Колонны ноги, бархат губы, глаза, бескровная душа, шелк развивающийся чуба невыразимо хороша. Она бежит, летит карьером, лишь раздуваются бока, и под солдатом и жокеем она стремительно легка. Ваши аплодисменты!